того, чтобы стать пожарным, нужно уметь очень быстро собираться. У Димы на то, чтобы надеть пожарный костюм, ушло 1,5 минуты, а настоящий огнеборец должен сделать это за 21 секунду. О работе пожарных дети сегодня узнали много. В рамках акции «МЧС за безопасное детство» ребятам рассказали, как правильно себя вести дома и на улице летом. Ведь это самое опасное для малышей время года. К сожалению, именно в летний период процент гибели детей у нас увеличивается. Контроль со стороны взрослых уменьшается. Именно поэтому сейчас в структуре МЧС основная задача именно безопасность детей. В связи с этим ежегодно, ежедневно мы проводим подобные профилактические мероприятия. А это теплоотражающий костюм. Он защищает пожарных от высоких температур. Такие обязательно должны быть у каждого спасателя. Разрешили ребятам и посидеть за рулем пожарной машины. А после показали, как спасти человека, если он находится высоко. Очень хорошо, как пожарные спускались по этим веревкам, по рукавам. Я все это запомнила, и теперь при случае пожара я буду все помнить. Номера я запомнил. Позвонить по номеру 01 или 112, если на воде. Мне понравилось, как пожарный прыгал на этот куб жизни. И еще мне понравилось, как разбрызгивали воду. Дети к встрече с пожарными тоже подготовились. Для них они прочитали стихи. Про пожар что нужно знать? И кого на помощь звать? 01, 02, 03. Ты запомни и звони! Ольга Федина, Максим Самсонов, 6 канал.